slow down. Grab and go up. Wiggle like you're trying to make your ass fall off. Slow down. Grab and go up. Wiggle like you're trying to make your ass fall off. Самые тяжкие битвы ведутся разумом. Я этому Диллион научил. Темная гниль будет расползаться все больше при каждом поражении, пока не доберется до ее души. Но она еще может управлять своим разумом. И она сдержит свое слово любой ценой. Послушай меня, сынуа. За этими вратами лежит Хелхейм. Чтобы открыть врата, тебе придется биться с богами, которые охраняют их. Богом огня Суртом и богом иллюзии Вальравна. Пролей их кровь, чтобы открыть врата и войти в страну мертвых. Друзья, мы продолжаем проходить хит сезона Hellblade. И нам сейчас нужно выбрать, в какую дверь мы пойдем. Напомню, что в игру играю я первый раз. Так. Men say that in the beginning there was nothing but darkness, bitter cold to the north, fiery hot to the south. They say the cold formed ice, which melted from the sparks from the south. The power of the darkness gave life to the dripping ice, and the first giant was born and was named Ymir. The ice continued to drip, and the power of the void gave life to it, and it became a cow whose milk fed the giant. That's right, a cow, but you weren't expecting that. Что, пойдем направо, наверное. Сурт. Огненный гигант ответил. Он происходит из страны, которая старше человеческий род. И северяне призывают его пылающий меч, дабы повергнуть своих врагов. Найди его, сынуа, и пролей его кровь. Вот, походу, мы зашли. Возвращаясь из диких земель, она нашла убогого старого дурака-изгоя. Все его тело было обожжено. Она пожалела его, потому что ему недолго оставалось жить в том мире. Зашли в мир бога огня, я так понимаю. Раз там все вспыхнуло-то. Блин. Тут развилочка. Куда идти-то?
тут всего камень находится только. Ну и... Северяне рассказывают такую историю. Прежде чем была создана Земля, был другой мир, называвшийся Муспель. Этот мир был на юге, потому что там было светло и жарко, все горело и полыхало. Искры из Муспеля стали звездами. Другие искры растопили лед из ледяного мира Нифльхейма. И тогда появился великий Имир. Муспель — один из девяти миров. Теперь это страна огненных великанов. Никакие другие создания не могут жить там. Так, ну все-таки все равно остается один путь. Двигаемся. Ого. Какое-то лицо. Сенуа, каждый из нас идет по этим землям, вглядываясь в разные горизонты, и некоторые видят дальше других. Твой отец не может видеть то, что видишь ты, но нет ничего дурного в том, чтобы видеть мир так, как видишь его ты. Жесть. Такое ощущение, как будто смотрит он, эта рожа на тебя. Надеюсь, не поворачивается в мою сторону. Темнеет. Трупы. Сторожевая вышка, что ли? Туда не пройти, да? Ого! Твою-то мать. Так, еще один. Ну давай, бей. Блин, я надеюсь, этих темных тварей-то не будет, которых не победить. Еще. На тебе с ноги. Кстати, на АФ тут получ... Ух ты, нифига себе. Он еще бегать может. Все, с ними расправились.
Фу. Наев, кстати, удар рукопашный получается. Я вот зашел, в управление посмотрел. Я до сих пор чувствую его. Сладковатый, тошнотворный запах горящей плоти. Я до сих пор слышу их крики, донесимые ветром. Ты тоже их слышишь, сынуло? Да, я слышал о крике. Слышу до сих пор. Так, теперь надо найти аж две буквы. Теперь тогда ищем. Так. Вот замигали буквы. Нет. Хотя вот как рогатка, блин. Отлично, еще одна осталась. Здесь мигало что-то. Пробуй опять. Сосредоточься. О. Путь в Хельхейм заказан живым. Но ты уже идешь среди мертвых. Гляди на врата, и ты увидишь, что они открыты. Здорово. Ну и что, двигаемся дальше? Когда они впервые пришли на наши земли, я знал их язык достаточно, чтобы молить о пощаде. И они сделали меня своим рабом. Много земель я обошел с ними, следуя за ураганом огня, смерти и рабства. Тьму, о которой ты говоришь, я познал. А я все равно буду с ней бороться. Что-то горит. Походу нам туда. Вот такое место, как арена, как будто. Почему-то так и думал. Ну, еще и бегать умеешь. О, получи. Ну,
Ух ты. Блин, сразу с двоими-то. Сложновато. Еще один. Ну, давай сюда иди. Еще уклоняться, кстати, еще можно. На пробил. Уклонение. Да. Бои прикольно поставлены. Когда ты увидишь огненные врата Сурта, знай, только жертва поддерживает огонь Муспеля и пропускает мертвых. Найди огонь, сынуа, дабы пойти по пути к Сурту. Так, добыть огонь. Где я его тебе добуду? Вот это? Ничего не делает. Так, мы спустились отсюда. Здесь мы не были. Жертва. Вот она. Сосредоточься. Так, сосредоточиться, говорит. Ну и чё, я сосредотачиваюсь. Себе. Да, все вспыхнуло, блин. Хель не даст тебе ответы, которые ты хочешь узреть. Но ты не должна отворачиваться от ужасов, которые тебе явятся здесь. Потому что ты не преодолеешь страдания, если откажешься смотреть на них. Нормально так вообще. Куда подевался огонь? Это была ловушка. Это была иллюзия. Сурт ее испытывает. Костер. Сурт ждет ее. Она не сможет пройти. Найди свой путь. Так, ну вижу опять такие же ворота. Опять все загораться будет, что ли? Так, здесь тупик. Подойдем к камню. Северяне говорят, что защитника Муспеля именуют Сурт, главенствующий над огненными великанами. И его имя означает «черный», а зовут его так, потому что он похож на горящий уголь. Северяне верят в то, что он сидит на границе Муспеля с пылающим мечом. Когда придет конец миру, он покинет свой пост и отправится в Асгард и Мидгард. Он поведет войну против всех богов и одержит победу, а потом сожжет весь мир в огне. Интересно. Еще врата, еще жертва. Она должна найти ее. Find the
Найди огонь, сынуа, дабы пойти по пути к Сурту. Так, нужно еще найти такой же алтарь, получается. Я так думаю. Ого. Все так клеющее такое все. Она никогда не вернется назад. Все сгорит. Как она найдет путь обратно? Путь обратно, как она найдет? Да, я думаю, очень просто. Так, вижу камешек. Подойдем к камешку. Северяне верят в то, что однажды мир будет уничтожен. Этот день они зовут Рагнарок, или день, когда свершится судьба богов. Сурт и другие огненные великаны нападут на Асгард, а чудовищный волк проглотит солнце. Напрасно боги будут биться со своими врагами. Невозможно предотвратить это, но Один постоянно ведет поиски знаний и магии в надежде найти способ отсрочить ужасный день. Канаты какие-то перевязаны. Северяне приносили жертву огню, сжигали рабов, таких как я, чтобы открыть пути к Сурту. Я искал смысл в их страданиях, в их глазах, но они лишь вопили, как беспомощные свиньи. Ну вот он, алтарь. Снова все вспыхнуло. Надо бежать, бежать. Блин, а правильно, бегу-то хоть. Да, вроде как правильно. Ого. А твои боги отвечают твоим мольбам, сынуа? Я спросил о милости всех богов, даже их богов просил, но никто мне не ответил. В конце концов, я освободил себя сам. Я говорю, брось вызов богам, найди свой путь, как я нашел свой. Мои боги покинули меня, я одна. Снова все тихо. Ладно, двигаемся дальше. Еще одни ворота. Сколько можно-то? Найди огонь, сынуа, дабы пойти по пути к Сурту. Так, тут уже какая-то деревушка.
заброшенная, походу. Северяне говорят, что когда придет Рагнарок, дети Муспеля отправятся на битву на корабле, называемом Нагльфар, корабль мертвых. И когда дети Муспеля покинут корабль и ринутся в битву, будет казаться, что разверлось небо, и Сурд поведет их. Куда бы они ни направились, перед ним будет вздыматься пламя, и позади него будет реветь огонь. Опа, вижу ворота. Снова придется буквы искать. Клетки с сгоревшими людьми. Северяне из Хеле почитают богов, пожирателей, ненасытных богов тьмы. Сыну, я происхожу из Эрин, где люди поклоняются другим богам. Туата де Данан. Как ты потерял своих богов? Сыну, я был человеком ученым, а не воином. Чтобы выжить, я совершил разные поступки. Плохие поступки. Того, кем я когда-то был, давно уже нет, как и тебя, сыну. Когда такое случается, даже боги, которым ты молишься, умирают с тобой. Ну, вроде как. Так, один есть. Я там увидел вон за воротами, за этими. Этот алтарь, наверное. Так что по-любому надо эту дверь открыть. Так, еще одна буква осталась. Еще не были. Угу. Что-то где-то рядом буква. Ха, да ладно. Прикольно. Ладно, идем к воротам. Еще один алтарь. Так, куда бежать, только я фиг знает.
Так, бежим, бежим. Сюда. Так, получается, наверх. Офигеть. Офигеть. Правильно, хоть бегу-то. Да ладно. Ох ты! Ох ты, козёл! Ну давай, бей! Осторожно, сзади! Вставай, 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 вставай! Жесть. Так. Рука у нас выросла. Ну, не выросла, а это фигня на руке выросла. Такие крики, вообще жесть. Так, наверх. Во-во-во. Так, в какую сторону бежать-то, я уже забыл. Что, падла? Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Есть. Отлично. Ты говоришь, что твой мир рухнул. Хорошо? Пусть он рухнет, а ты имей храбрость оплакать его. Сравняй свой мир с землей, и только тогда, родившись заново, ты начнешь жить заново. Мой мир мертв. Нет. Я не вижу новой жизни. Это было вообще просто напряженка такая, я ж немного вспотел.